Всем привет, и мы на канале Надюшка ТВ. В этом видео хочу показать кроликов, ну и рассказать, конечно, новости. Новости не хорошие, а плохие, потому что я не знаю, что будет дальше с моими кроликами. Я за них очень сильно переживаю. Эту девочку, кстати, назвала Василиса, она побаивается меня. Эта клетка пустая. Вчера я обрабатывала клетки. Ну, не вчера, а в понедельник обрабатывала. Эти две клетки я обливала молочной кислотой, потому что они заразные 100%, потому что здесь шпуля помирала. После шпули, получается, пошел Пушкин. Что я хочу сказать. У нас в крылятнике, кажись, завелась инфекция заразная. И, кажись, это... пастереллез, если я не ошибаюсь. Здесь сидит дочка Баффи, Пуша. За кроликов я очень переживаю, потому что я в интернете вычитывала. Писала фермеру. Ну и, конечно, ответы меня не радовали. Я не знаю, что будет дальше, но все мое поголовье попросту может умереть. Мне, конечно, не хочется думать об этом. В одном видео я рассказывала, что шпуле стало плохо, она стала дышать тяжело. И тогда мы ее убрали. Я была в шоке от увиденного. В грудной клетке была жидкость непонятная. И одно легкое, даже не знаю, как описать. Оно было какое-то белое, как творожная масса. Даже не знаю, как сказать, вот честно. Но оно какое-то было белое, непонятное. Я тогда, честно скажу, всерьез не приняла это. Я подумала, что это просто, ну, как бы, она заболела. И получается, проходит, я как понимаю, 2 недели. Может, конечно, и больше прошло, я, честно, не считала. И получается, здесь становится Пушкину плохо, и он умирает. А симптомы со шпулей были очень похожи. И плюс еще шпуля сидела рядом с Пушкиным. Конечно же, я начала очень сильно переживать, прям очень сильно. Я в интернете искала очень сильно много информации, что может быть. Писала кролиководам, но положительных ответов не было, и я даже уже не ожидала. Мне написали что-то заразно, ну и все поголовье может умереть. Что будет теперь, я не знаю. Как-то все поголовье терять, честно, не хочется. Вот там Баффи, покажу вам ее. Бегает со своими детками. А здесь Зефирка, тоже со своими детишками. Здесь сидит Гоголь. Здесь сидит Лапочка. Она, возможно, беременная, точно не знаю. Через неделю прощупаю ее. И прощупала сейчас, может быть, беременная. Ну, уже нет никакой радости, потому что не знаешь, чего ожидать, как все повернется и что будет с ней. Ну, а здесь сидит Маркизочка. Так что вот такие, ребята, новости. Не знаю, что будет дальше происходить. Мне, конечно, об этом очень тяжело думать и говорить. Так что всем пока, до новых встреч. Встретимся в следующем выпуске на канале Надюшка ТВ.